Вторая книга, не книга, но просто на бумаге, да? Я очень рекомендую читать. Да? Очень рекомендую читать. Вот. Поставлю здесь. Да? Две книги. Да. Тут взяли книги с собой есть. Ехали, взяли книги с собой. Попробуйте не читать книгу, которую вы взяли с собой на два дня. Да? И нужно книгу по медитации. Сейчас мантра читаем, да. Но обычно на каждом ретрите, да, рано утром мы сделаем простирание 108 раз. Кто были раньше и сделали простирание, есть? Да, есть. Но сегодня вечером будем сделать. Я понимаю, что, может быть, вам не очень приятно физические упражнения, но очень полезно. Да. И когда сделаем постирание, да, мы очищаем свой собственный эго. Да, иногда у нас не хватает физические, как значит, движения, понимаете, да, активности. Но попробуйте человека, который... Я, например, сейчас я чувствую, что у меня не хватает физических упражнений. Да? Я чувствую, что я медленный. Медленно – это очень хорошо. Когда замедление, когда сделаешь что-нибудь, очень медленно – хорошо. Но не всегда хорошо, понимаете, да? Когда физические движения медленно, все медленно, вы должны понимать, что ваше сознание тоже медленно, да? Люди думают, что медитация – это когда ничего не сделаем, да? Сидим, вчера я еще, вчера, пока я ходил, ну, там, на работе, в городе, 4-5 человек, и пришли ко мне и сказали, что медитация это никак, это значит не думаешь ничего 10 минут. Вы представьте, 10 минут не думать, я не могу, да. Я попыталась, но я не могу, да, не могла, да, девочка, парикмахер на метро Московская, да. Она не сотрудница ФСБ, не переживайте. Да, она просто мастер-парикмахер на московском. Ирина думает, что, наверное, опять маскировка сотрудница ФСБ. Вот. Поэтому, когда сейчас мы после мантры мы будем читать тексты. Да? Читать тексты. И подумаем, почему. Будда говорит, что медитация не обязательно, что не обязательно, что не думать ни о чем. Да? Ни о чем. Я чувствую, что это было глубоко.
Я думаю, что вы поняли, да? Медитация это не значит не думать ничего. Это вообще стереотип, что когда занимаем медитацию, не думаем ничего. Абсолютно. Иногда надо думать очень активно во время медитации. Надо думать очень активно. Какие ошибки мы сделали? Потому что у вас иногда, не у вас, а у нас, у меня тоже, нет времени, что думать о ошибке. Вы знаете, иногда мы живем. Каждый день мы бегаем. И даже мы не успеем думать о своей собственной ошибке. Кармически. А потом прошли время, мы поняли, что так много я сделал ошибку. Так много, скоро Новый год, так много я сделал ошибку. В течение 3 месяцев я так много сделал ошибку. Может быть, последние месяцы я так много сделал ошибку. Понимаете? Когда человек может сидеть спокойно и думать, закройте глаза и думать свои собственные какие-то поступки и правильные, неправильные. Я думаю, что это тоже медитация. Когда вы чувствуете, что у вас очень много нервов, да, очень много проблем, и вы попытаетесь сбалансировать ваши эмоции. Эмоции бывают негативные, эмоции бывают позитивные, чувства тоже бывают негативные, чувства бывают тоже позитивные. Особенно негативные эмоции и негативные чувства. Мы попытаем сбалансировать баланс. Да? Ваши эмоции и ваши чувства. Мы живем в стране, где, вы понимаете, сейчас в декабре только 3-4 часа, да, свет. 3-4 часа свет сейчас, вы понимаете, вот 7 часов еще непонятно, где свет. Да? И будет свет только по 10. А по 3 уже нет света. Темно уже. И очень сильно, очень сильно влияет на наше сознание. Значит, климат, погода, вы понимаете, да? Рома. Хорошо. Вы понимаете, да? Поэтому ваша фантазия, практика, медитация иногда неправильна. Скоро Новый год. Закройте глаза. Думайте, какие поступки хорошие и нехорошие, которые вы сделали в этом году. Я могу сказать, что в этом году я много сделал ошибку. Невероятно. Много. Невозможно. Я сам лично, понимаете? Люди думают, что я за 3, наверное, не сделал ошибку на самом деле. Если не была буддийская философия, если не была буддийская практика, если не была медитация, я давным-давно принимал самоубийство.
Именно благодаря практике медитации, буддийской философии, концепция неприветственности, концепция непостоянства, концепция изменения. И благодаря концепции кармы, поэтому я сейчас нахожусь перед вами. Несмотря, что у меня проблемы, я думаю, я очень уверен, что у каждого человека много проблем. И у меня много проблем, не меньше у вас. Мне не меньше, чем вас. Ваши проблемы. Но проблема, проблема. Как мы будем разобраться и решить эту проблему? И относиться к этой проблеме, которая есть. Не вопрос, сколько вы можете, а сколько у вас проблем. Вопрос, сколько вы можете разобраться с проблемой. Понимаете? Поэтому мы иногда, если медитировать не получится, закройте глаза и думать о себе. Думать, просто думать о себе. Думать, какие ошибки я сделал. Какую ошибку я сделал сейчас. И какие-то ошибки, которые вероятно, что будут из моей собственной неправильной решения. Потому что иногда ум не хватает, благородных друзей не хватает. Даже иногда благородные люди, благородные друзья есть, они дали советы, но все равно мы не слушаем. Это влияние приворы. Я уже говорил. Мне все хотят на ретрит вас. Хорошо вы поняли меня, да? Я стараюсь, что я стараюсь, что навязывать вас в буддизм. У меня нет желания, чтобы вы стали буддистами. Понимаете? Я хочу, чтобы вы просто чувствовали себя как человек, как нормальный человек. Если вы пошли, да, американские протестантские церкви, они будут составить вас, надо стать протестантом. Понимаете, да? Вы ходите в католические церкви, надо быть католиком. А если вы ходите в православной церкви, священники и батюшки тоже говорят, что ты занимаешь медитацию, ты сектантка. Очень не снимай. Понимаете? Я не такой человек. Я просто хочу, что мы, которые находимся здесь, чувствуем себя как нормальный человек. Мне достаточно. Что люди, мы находимся здесь, люди, которые попытаем, да, решить свои собственные ментальные, духовные, материальные проблемы. Я не говорю только духовные проблемы. Я говорю и материальные проблемы. Поймите меня. Выйти из, как называется, проблемы, которые материальные. Будин. Романтично, да? На место как простирание я вам объяснил немножко, что надо для жизни. На самом деле, что надо для жизни, не я решаю.
Каждый человек знает, что он хочет. Иногда каждый человек не знает, что он хочет. Иногда до сих пор мы не знаем, что мы хотим, понимаете? И иногда мы не знаем, как... Мы не знаем, как поступить правильно. Иногда мы не знаем, как мы поступим правильно. Мы иногда мы не знаем, как правильно принимать решения. Да? Жениться, не жениться. Да? Или выйти замуж, выйду, не выйду. Он правильный человек или неправильный? Она правильная или нет? Для меня. Она для меня, она моя или не моя? Иногда очень сложно. Иногда мы принимали решения, приняли решения, а потом только через 5 лет я дурак. Может быть, через год. Может быть, через 1/2 года. Люди иногда поженились, а потом через год поняли, что она изменилась. Она не такая, как я ожидал. Он не такой, как я ожидал. О, Боже мой. О, Господи, Боже мой, Аллах Акбар. Да? Ирина Николаевна. Никто не знает. Никто не знает, что правильно или что неправильно. Иногда сейчас правильно, очень правильно, сейчас очень правильно, а через 10 лет очень неправильно. Понимаете? Поэтому вы должны немножко понимать буддийскую философию и изучаем закон непостоянства. На колени, пожалуйста. Сейчас мантра читаем. Утренняя мантра. อัญชลีวันนาอภิวาทอัญชลีวันนาอภิวาทอัญชลีวันนาอภิวาทวันนาอัญชลีวิมัสสะยุสุปะกะวะงะระงังสัมมาสัมพุทธะสัวกะโตเยนะปะกะวะโตธัมโมสุปะติปันโนยัสสะปะคะวะโตสาวกะสังโฆตะ
ิปุจยามัยสาธุโนปันเตภะคะวาสุจิระปะรินิพุตโตปิปัจจิมาจนตานุกัมปมานัสสะอิเมสักะเรตุกตาปันนาการะปุตเตปะติกันนาตุอามะกังติกรตังอิตายาสุขายาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์ตัวภะคะวะตาธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอันตตานิเมยังทังภะคะวันตังอภิทายตุงอุปปันนมกรัญเจวาพุทธานุสตินิยัญจักโรมัสเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อันตมยังพุทธาภิทุติงคโรมัสเส โยสุตถาคโตอะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทุอนุตตรโอปุริสธรรมสารติสัตตเทวมนุสานังพุทโธภะคะวาโยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสัพพัมมกังสัสมานะพรหมานิงปะจังสเทวมนุสังสยังอภิญญาสจิกตะวะปะเวเตสิโยตัมมังเทเสสิงอธิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสนกัลยานังสัตตังสัพพัญญานังเกวัลปะริปุณังปริสุทังพรหมจริยังปกเสสิตัมมังภะคะวันตังอภิปุจยามิตัมมังภะคะวันตังสิระสะนะมามิอันตมยังธรรมาปิตุติงคโรมัสเสยโสสวากาโตภะคะวะตาธรรมโมสันนิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัณณิโกปัจจตังเวทิตาโพวิญญูหิตัมมังธัมมังอภิปุจยามิตัมมังธัมมังสิระสะนะมามิอันตมยังสังฆาภิทุติงคโรมัสเสโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสัมมิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ
Yati tangyatari purisa yukani gata purisa bukala Esa bhagavato esa vakasangho Avunayo bhavunayo dakinayo anjali karaniyo Anuttaram punyaketam lokasa Tamahang sangkang abhipujaya Mitamahang sangkang sirasanam lami Поклон. Андам ян ратана тая панама катайо Чева санг века парикетана патанча панама се Пуэтой сусутой каруна маханаво Йо чанта сута параяна лой чану Лой-ка-са-ба-бу-ба-ки-ле-са-ка-та-ко Ван-да-ми-бу-та-нг-а-ма-та-ре-на-та-нг Та-му-ба-ти-бу-ви-я-та-са-са-ту-но Йо-ма-ка-ба-ка-ма-та-пи-та-пи-на-ко Лой-ку-та-ро-йо-ча-та-та-та-ти-ба-но Ванда-ми-та-ма-га-га-ма-та-ре-на-та-нг Санго-су-ке-та-па-я-ти-ке-та-сан-ги-то Йо-ти-та-сан-до-су-га-та-ну-по-та-ко Ло-ла-па-и-но-га-ри-йо-су-ме-та-со Ванда-ми-сан-га-га-га-ма-та-ре-на-та-нг Ичева-мя-ганда-ви-бу-чана-я-кан Ва-ту-та-ям-ванда-я-та-би-сан-га-тан Пу-ням-ма-я-ям-ма-ма-са-бу-ба-та-ва Ма-вун-ту-ве-та-са-ба-ба-ва-си-ти-я И-та-та-та-ка-то-ло-ке-у-па-ну-га-ра-ган-сам-ма-сам-бу-то Тамо-чате-си-то-ни-я-ни-ко Упа-сам-ми-ко-па-ри-ни-па-ни-ко Сам-по-та-ка-ми-су-ка-та-па-ве-ти-то Ма-ям-там-там-ам-су-та-ва-и-ван-джа-на-ма Ча-ти-пи-ту-ка-ча-ра-пи-ту-ка-ма-ра-нам-пи-ту-кам Сойка-пари-те-ва-ту-ка-ту-ма-на-су-ба-я-са-пи-ту-ка Аби-е-и-сам-ба-йо-ко-ту-ко-би-е-и-ви-ба-йо-ко-ту-ко Ям-би-чан-на-ла-па-ти-там-би-ту-ка Сойки-те-на-пан-ю-ба-та-на-кан-та-ту-ка Сой-я-ти-там Рупу-бхатана-канто, Ведану-бхатана-канто, Санью-бхатана-канто, Сангару-бхатана-канто, Виньяну-бхатана-канто, Есамбариньяя, Тарамано-собхагава, Эвангбаулансавакевинети Эвангбагачапанасавагаватусавакесуанусасани Павлабаватате Рупанганичам Ветананичам Саньяганичам Сангараганичам Виньянам Аничам, Рупам Аната, Ветанам Аната, Саньям Аната, Сангарам Аната, Виньянам Аната, Сабе Сангарам Анича, Сабе Дамам Аната Ти, Тема-я-ха-ти-на-ма-га-ча-ти-я-ча-ра-ма-ра-ни-на
สันนาวันตุสัพเพปิปานิโนพุทธัสสะเน
สัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทวปวัสสตุวุติปวายัสสตานังสัมมิตังเนสุเมตานิงมาตาปิตาจาอัตระจังนิจังระกันติพุทธกังเอวังกัมเมนะราชาโนปัจจังระกันตุสัพพะทังSидим. Медитируем. 10 минут. Сидим прямо. Да. Руки лево вниз, право вверх. Да. Глаза потихоньку закройте. Несколько раз делай глубокий вдох и выдох. Без слуха. Медленно, глубоко. Несколько раз. Затем посмотрите на дыхание, на вдох и выдох. Когда сделаем вдох при себе, да, надо уговаривать, что вдох. Когда выдох, тоже уговаривать при себе выдох. Мы насмотрим на вдох и выдох на животе, который находится в животе. Как расширение и уменьшение вашего живота. Когда расширяем, да, живот расширяет, скажите, что вдох, когда уменьшает, да, скажите выдох. Вдох, выдох. При себе скажите. Сделайте, что ваши чувства, ваше сердце успокоит ваше физическое тело. Сбалансируем энергию, сбалансируем эмоции, сбалансируем чувства. Вдох, выдох, вдох, выдох,
Вы должны успокоить ваши карты, клетки ваши, которые находятся в вашем теле. Расслабиться.
хочу, чтобы вы приняли обеты, да, или ретриты. Сейчас на колени встаньте, пожалуйста. Страница 265. Давайте начало страница 81. А потом 265. Руки поднимите, да. Я покажу один раз, и потом мы повторяем, да, повторяем несколько раз, но пять раз. Я покажу только я сейчас. Буддам саранам качами таммам saranam kacchami sangham saranam kacchami. Теперь вместе. Раз, два, три. Буддам saranam Kachami.
Я читаю, да, и вы повторите, да, это обет вашей практики, для ваш, во время практики, да, это обет для участников. Каждый ретрит мы будем принимать, да, 8 обетов, да. Руки поднимите, пожалуйста. Да. Тут написано, видите, что 265-я вторая мантра. Да, вторая снизу. Да. Есть, да? Или нет? Да. Повторяем достаточно громко, да? Четко и громко. Панати пата. Панати пата. Еще раз. Панати пата. Панати пата. Верамани. Верамани. Сикха патани. Сикха патани. Самадхиями. Самадхиями. Атинадана. Атинадана. Верамани. Верамани. Сикха патани. Сикха патани. Самадхиями. Самадхиями. Брахмачарья. Брахмачарья. Верамани. Верамани. Самадхиями. Самадхиями. Мусавата. Мусавата. Верамани. Верамани. Сикха патани. Сикха патани. Самадхиями. Самадхиями. Сурамерая. Сурамерая. Матча. Матча. Памататана. Памататана. Верамани. Верамани. Сикха патани. Сикха патани. Самадхиями. Самадхиями. Викала пхочана. Викала пхочана. Верамани. Верамани. Сикха патани. Сикха патани. Самадхиями. Самадхиями. Натчакита. Натчакита. Ватита. Ватита. Висукатасана. Висукатасана. Малаканта вилепана. Малаканта вилепана. Тарана. Тарана. Мандана. Мандана. Випусанатана. Випусанатана. Верамани. Верамани. Сикха патани. Сикха патани. Самадхиями. Самадхиями. Уччасаяна. Уччасаяна. Махасаяна. Махасаяна. Верамани. Верамани. Сикха патани. Сикха патани. Самадхиями. Самадхиями. И повторите.
อิมานิอัตสิกาปตานิสีเลนะปุกติสีเลนะสุกติงยันติสีเลนะโปกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสตะเยเวเวชปริญญลิอเบียเตดะเปรุยอเบียตดะโนปิริวตนังลิสกอมยาสเกยิสโนยาคารถกปิริวาโซดะนิวบิเวมดะนิวารุเอมดะดะอีบุดิมัสกาซาสอินทิมนะดะเซมินาตนาเชเนียดะอาเบียตมาวชาเนียปรินิมาเอมดะปรินิมาเอมอาเบียตอัสโตมิตปรินิมาเอมนาร์โคติกิสเปียตนินาปิตกิดะวิเชสตัวคาตอรีมิเชตอีนารัตรุเชตนาชิสาสนาเนียดะบุดิมคูเชตต้นกาดินราสดะอีследующий да не будем использовать да косметики да сильно косметики да и парфюме да духи да и следующий не будем спать на высоком месте да не будем смотреть кино не будем читать книгу кроме которые не каники для практики, да, не будем спонсорить, да, техники, телефоны, iPad, да, ноутбуки, да. Но Будда не говорил, что не все спонсор ноутбуки, но просто любые предметы, которые, как называется, дает нам, нарушает, да, наши концентрации, да, наши сознания. Мы не будем использовать. Это основные обеты. Да. Я видел, кто-то еще разговаривает, да, разговаривает. И по телефону я очень прошу вас, да, что отдать телефон. Да, отдать телефон. И не рассказывать между собой. Да. Я очень прошу. Вот. И сейчас мы сделаем перерыв. Да. Мы сделаем перерыв, передайте книги, книгу передайте и мантру передайте. Мы сделаем перерыв полчаса. Если вы, у вас желание спать, спите, потому что у вас будет очень длинная медитация. Мы будем медитировать до практически до 6 вечера. Да, через полчаса. Может быть, посмотрим, если я чувствую, что может быть 40 минут, да, перерыв. Что вы спали нормально. Я знаю, что вы хотите спать. Хорошо, сейчас на колени, пожалуйста. Поклон, будьте вместе. Вами будьте вместе. А потом перейдем. Анчали Ванана Хапивар. Анчали Ванана Хапивар. Анчали Ванана Афивара. Ванана Анчали. Хорошо, сейчас сделаем перерыв. Да. Да. По 9-го перейдем.